Ну, всем добрый день. Сегодня предисловие не делаем, поскольку они уже произнесены вчера и позавчера. Итак, мы начинаем второй тур второго вокального конкурса имени Варламова. И сегодня у нас вначале выступают представители музыкальных школ младшей группы, а затем без перерыва старшей группы. Открывает сегодняшний тур Вероника Андрейченко, музыкальная школа номер 48, город Новокузнецк, русская народная песня в обработке Ракова «Цвели цветики» и Варламов «Что мне жить и тужить». Концертмейстер Александр Гаврилюк. Цветы, цветы,
Поехали. Следующая участница Виктория Боковец, Ленинградская область, детская школа искусств Войсковицы. Во втором туре прозвучит русская народная песня «Я на камушке» и этот же самый романс, который только что мы слышали, Варламов «Что мне жить». Концертмейстер Ирина Лыкова. Далее выступает Екатерина Иванова, музыкальная школа номер 38, Санкт-Петербург. Варламов, «Ты не пой, душа девица» и русская народная песня «Травушка-муравушка» в обработке Городовской. Концертмейстер Артемий Штромберг.
Все равно.
Следующая участница Ольга Михайлова, школа искусств номер 2, Санкт-Петербург. Варламов белеет парус одинокий и обработка народной песни «Ах ты, ноченька». Концертмейстер Сергей Осколков. Ночь, 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 ночь,
принципе, есть школьный фотограф, можете подойти и качественно будут фотографии. Так, следующий участник Андрей Селиненков. Младшее отделение Академии музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербург. Русская народная песня «Ноченька», Варламов, на слова Лермонтова, «Молитва», концертмейстер Екатерина Малаева. Thank you.
завершает выступление младшей группы учащихся 14-15 лет Валерия Трапезникова, школа имени Римского-Корсакова. Русская народная песня «Ванечка, приходи», Варламов «Что мне жить и тужить», концертмейстер Валентина Немкова. Далее продолжается наш конкурс следующей группой.
учащиеся 16 лет и старше. Алена Гаврилова, ДМШ номер 2, имени Мусоргского, город Псков. Русская народная песня в обработке Рассина «Ах, всю ночь я прогуляла». Рахманинов на стихи Фета «Не отходи от меня». Концертмейстер Юлия Платонова. Варламов на стихи Фета «Не отходи от меня». Да, ну оговорился, наверное, извините. Thank you.
Ну, есть и видеосъемка, и фотосъемка. Можно в любом случае обратиться к сотрудникам, получить ее. Далее, следующая участница Оксана Гогина, школа имени Римского-Корсакова. Варламов «Что мне жить и тужить». Русская народная песня в обработке Ракова «Цвели цветики». Концертмейстер Елена Пикалова. Thank you.
Далее, следующая участница Инга Долгая, школа имени Римского-Корсакова. Глинка «Ненаглядный мой». Так, что-то это непонятно, неразборчиво. Да, Варламов, извините, «Ненаглядный мой». И русская народная песня «Из ячменникова овес». Концертмейстер Елена Пикалова. У меня написано «Пикалова», потому что Калиденко была в командировке. А теперь вот она образовалась, мы видим на сцене Екатерина Калиденко за роялем. Thank you.
Следующая участница Анастасия Емельянцева, младшее отделение Академии Образцовой. Русская народная песня «Ай, дедушка, дедушка». И по условиям конкурса у нас должен быть роман с Варламовым. Но здесь представлен Булахов «Прелестные глазки». «Ай, дедушка, дедушка». Концертмейстер Елена Пикалова. Ай, дедушка, дедушка,
Далее выступает Екатерина Красикова, школа имени Римского-Корсакова. Русская народная песня «Как по лужку травка». Варламов, песня «Эсмеральда» из драмы «Эсмеральда» или «Четыре рода любви». Концертмейстер Елена Пикалова. Thank you.
И последняя участница школьной группы Полина Целинская, школа имени Римского-Корсакова. Русская народная песня в обработке Фомина «Травушка-муравушка» и Варламов «Внутренняя музыка». Концертмейстер Александр Гаврилюк. Перерыв не 15 минут, а час. Надежда Павловна, да, значит, жюри удаляется на обсуждение. И через час мы наградим всю школьную группу, чтобы они не ждали до 20. Значит, просим всех участников примерно через час подойти. Перерыв. Спасибо.